Отлично сегодня повеселились. Предлагаю еще одну игру. Называется «Выбор мамочки». Кто из вас переживет эту ночь? Наше будущее под угрозой. В судную ночь погибают невинные. Похоже, мисс Роан победит и изменит мир. Эта традиция разлагает общество. Пора заткнуть болтливого сенатора. Необходимо положить этому конец. Вы сильно рискуете. Я не могу иначе. Всю мою семью убили. Почему вы решили поддержать меня? Я едва не совершил ошибку много лет назад и не хочу повторения. Расставить охрану по всему дому, следить за каждым сантиметром. Итак, приступим. Система экстренного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. После сигнала сирены любые преступления, включая убийство, станут законными в течение 12 часов. Правительство благодарит вас за участие. Нас кто-то предал. Дело плохо. Помощи ждать неоткуда. У нас одна цель. Выжить. Сенатор, идемте с нами. Вы понимаете, что на кону нашей жизни? Не волнуйся, мы вас защитим. А вот и они. Держись! Боже, благослови Америку за возможность очистить ряды и души наши. Объединимся же и сокрушим зло. Да здравствует судная ночь! Судная ночь! Судная ночь! Судная ночь! Судная ночь 3. И помните, все это ради общего блага.